Тезяхао, меня зовут Денис. Десятое упражнение дельты. Сидя на стуле, подъем прямых рук снизу вверх. Поднимаем руки до уровня груди, но возможны варианты подъема рук до вертикального положения. Выполнять от 10 до 20 повторений. Упражнение сложное для выполнения, так как дельтовидные мышцы у большинства людей развиты недостаточно. Это упражнение является узколокальным, так как в нем участвуют только мышцы плечевого сустава, поэтому для его выполнения используем самые малые веса. Показаниями для этого упражнения являются такие заболевания, как плечо-лопаточный периартрит, головные боли, шейный остеохондроз, травмы и вывихи плеча. Противопоказаний не имеет. Thank you.